Сейчас буду смотреть, что там прислали за фотографии. Сейчас буду смотреть, что там прислали за фотографии. Вроде как пришли фотки от профессионального фотографа, которого мы нанимали, чтобы он поснимал и пофотографировал нам торжественную линейку 1 сентября с детками, с нашими. Вот. Сейчас буду смотреть эти фотки. Еще хочу сказать такую вещь, что я сейчас буду готовить в рукаве, и я сразу вспоминаю историю, как я практически год смотрела канал «Еда премиум». Вот. Особенно первые 3 месяца я конкретно прям залипала туда. Вот. И, значит, там есть... Там были 2 передачи, которые мне очень нравились. В особенности, вот, мне очень нравился Лазерсон, вот, но мне еще очень нравилась там одна девушка, я забыла, как ее зовут, вот, у нее была передача «Если ужин быстро нужен, и кто готовит, тот не моет». Значит, в какой-то из этих передач я увидела, значит, что она готовила в рукаве. Она сказала, что это вариант для ленивых, вот, знаете, в пакете готовить, чтобы потом ничего не мыть. Вот это прям фишка, не то что даже моя, это фишка, мне кажется, современных людей, потому что времени всегда в обрез, и это реально очень экономит время, что не нужно мыть потом посуду. И еще такой момент, она сказала, значит, у нее же передача называется «Кто готовит, тот не моет». Блин, почему я и готовлю, и мою? Вот почему мне так вот не повезло?